Раз, два, три. Раз, два, три. Звук. Не звук. Звук, не звук. Промахнулся со звуком. Сейчас должен быть звук. Появился. Ну, вроде есть. Вроде повтор, есть. Повтор. Всем привет. Привет всем. С музыкой. А вот теперь всем привет, дорогие друзья. Мы начинаем наш стрим открытия нового межгалактического межсезонного турнира, да и в принципе нового времени в комьюнити EHL. Кубок, летний кубок 2022. Мы рады его вам, как бы сказать, сегодня презентовать, немного о нем поговорить подробнее. С нами сегодня мы, Александр 092, Александр Любеков, классика жанра журналистского на нашем, как бы, журналистском поприще, можно так сказать. Джерс Даниил, вообще просто восставший и спящий, завсегдатай нашего сообщества, который вернулся просто с колоссальным и... мега-ударом на нас всех. Засчитано. Всем привет. Всем привет, и Егор, наш главный, так сказать, локомотив нынешнего времени. Ну, мы по размеру выбирали, как вы понимаете. Локомотив так должен... Так вот, как вы видите, новые картиночки, новый дизайн. Нам любезно предоставили с Заокеане новый дизайн. Мы его рассмотрели, и нам, в принципе, понравилось. Мы решили, что новому, как бы, ветру перемен стоит и новый вид. Поэтому вот такие вот логотипчики, вот такой стиль, вот такие цвета. Пожалуйста, судите, как хотите. Вот. Что по поводу нового турнира. И сейчас, наверное, быстренько пройдемся по формату и по новым нововведениям, которые мы попробовали внести для интереса, для шоу, может быть, немного. Так, Даниил, слово. Да, видимо, я начинаю, да? Наверное, начнем с формата турнира, потому что мы не успели опубликовать регламент, потому что некоторые части регламента вызвали очень бурное обсуждение в админском составе, и мы до сих пор, на самом деле, их обсуждаем, например, трансферы, о которых мы сегодня говорить не будем, потому что я понятия не имею, что говорить, чтобы это потом не оказалось неправдой. Но некоторые вещи, на самом деле, уже определены, и мы можем с вами поделиться форматом. Формат турнира у нас будет следующий. У нас будет 3 группы по 5 команд. То есть 15 команд в целом. В каждой группе будет по 5 команд. После окончания группового этапа будет 2 плей-офф. То есть абсолютно все команды, играющие, попадут в плей-офф и получат возможность выиграть свой кубок. 8 сильнейших команд отправятся в плей-офф основного кубка. И 7 команд, которые не смогут пробиться в основной кубок, отправятся бороться за малый кубок. Таким образом, все получат приз, ну или ощущение, что могут его получить. Вот такой формат. Егор? Да, вот в этом прикол, наверное, будет весь, то, что новую такую интересную идею предложил, по-моему, Валентин нам, да? Кто-то предложил, в общем, из нас, что был бы весело. Давай если... скажем, что Нико, чтобы не было потом возмущения. Это идея Нико, ребят. Кто-то из нашего сообщества, нашего любимого и большого, ну, как сказать, большого, увеличивающегося сообщества, предложил идею с плей-оффом малым, в котором, как бы, нет, по сути, проигравших команд, и у всех есть возможность побороться за какой-либо кубок, призвание, респект и так далее. У нас даже и работает модератор сегодня с нами, Секси Ньюби, Валентин, он с нами. И даже кого-то уже успел там поднаказать. Забанить? Замечательно. Отлично. Алекс, какие-нибудь мысли свои по этому поводу сказанному? Ну, на мой взгляд, главная цель этого турнира, которую мы с вами поставили, это... вкатить сообщество вот в этот игровой режим, да, потому что потеряно достаточно много времени, мы там ждали, решали, думали, и в основном команды
капитаны были, ну, против, да, мы откладывали, и это очень важный сейчас момент, когда мы можем провести турнир на хорошем уровне, и я думаю, что это заметно, да, даже вот сейчас нынешняя наша трансляция — это определенный показатель. Вот, и самое главное — это командам вкатиться в игру, набрать форму, тут какие-то, да, свои внутренние связи наладить, командные взаимодействия. И этим хорош подход двух турниров, ну, да, малого кубка и большого. То есть даже если команда вылетит, у нее будет мотивация играть дальше. Вот, плюс еще ряд новинок у нас, да, в регламенте, которые оговаривались. Действительно, ведь... У нас в чате были горячие обсуждения. Я лично со своей стороны хочу отметить, что я практически ни с одним из этих решений не был согласен, но большинством они были приняты. И я такой, окей. На самом деле, будет интересно их попробовать на таком... Валентин, спасибо за большинство. Ну, на таком турнире как раз-таки можно обкатать данные вещи. Как бы давайте попробуем. Собственно, на этом я все сказал пока. Да, вот согласен. А, ну давайте про новинки, может быть, расскажешь, Егор, что у нас там поменялось? Сейчас расскажу. Как бы согласен с последним тезисом, что этот турнир такой обкаточный новых идей и новых возможностей. Они не все могут пройти как бы дальше, а дальше, по сути-то, планы были какие. Они оставались теми же, что и... Как бы до весны это разделение на дивизионы. Плюс там как бы с переходом в высшую и в низшую лигу прошел квалификационный турнир достаточно успешно. Но сейчас, пока, я так понимаю, он силу у нас не имеет. Пока. Мы к этому вернемся позже. А этот турнир, он такой обкаточно интересный, пробуждающий. Что... Я думаю, кстати, Егор, прости, пожалуйста, что мы можем использовать этот турнир именно как квалификационный, учитывая, что у нас есть 15 команд, и по итогам этого турнира мы, в принципе, можем после этого поделить команды на дивизионы и совершенно спокойно начинать играть по плану, который у нас был. Потому что составы некоторых команд поменялись, появились какие-то новые команды, мы там дальше об этом еще поговорим, потому что есть очень интересные новые команды, которые абсолютно вообще ниоткуда появились, и надеюсь, что они никуда не денутся к регулярному чемпионату. Поэтому да. Я думаю, что этот турнир, в принципе, в каком-то смысле можно рассматривать как такой межсезонный, но показательный именно для нас, для организаторов, который поможет нам в дальнейшем каким-то образом решать, кто где будет играть. Я думаю, надо говорить заранее, это будет у нас квалификационный турнир. Это не официальная, это не официальная позиция, это просто это мое личное мнение, мы это не обсуждали. Пока этого не было, если что, команды, ну как бы не начинайте сразу... паниковать, да. На мой взгляд, это как нет, бы... Нет, но если вы поднапряжетесь и сыграете хорошо, это будет хорошо. Поэтому имейте в виду, возможно, мы пока не знаем, но возможно, это очень важный турнир. А возможно, нет. Эта идея родилась... Возможно, да. Идея родилась только что, она подлежит обсуждению, и мы будем, я думаю, об этом говорить еще. И это подавливать так, большинством, как говорится. Собственно, почему я думаю, что это возможно? Потому что на самом деле ни одна из важных команд, ни одна из ключевых команд чемпионата не пропускает этот турнир. То есть мы видим сейчас, что в принципе все команды, которые играли в зимнем турнире, в осенне-зимнем турнире, они присутствуют в этом турнире. Плюс новые команды. То есть в принципе, по большому счету, это будет, наверное, самая репрезентативная такая выдержка, выборка того, какой уровень у команд у нынешних. Поэтому, в принципе, мы можем, наверное, говорить, что мы будем это обсуждать. Вот. Так. Ага. В целом, что? Что еще дальше нам должны сказать? А, я еще хотел сказать, что достаточно быстро набрал оборот и масштаб этот такой межсезонный небольшой лайтовый турнир и набрал такой ход, что... Так. 5 секунд. Набрал такой ход, что... Изначально планировалось по планам и по активности было заметно, что, наверное, 10-12 команд, возможно, дособерутся, а в итоге расшевелились все и даже появились новые лица, и это не может не радовать, поэтому...
турнир набрал такой, ну, несерьезный, конечно, вид, но достаточно интересный и массовый. Валентин уже отругал меня в чате, в админском. Что говорит? Лайтовый турнир. Ребят, у нас лайтовый турнир. Никаких лайтовый квалификаций. Турнир. Все да. Хорошо. Наконец-то. Но может быть. Поддержал мое мнение. Но может быть. Но все равно, мне кажется, мы должны опираться на предыдущий турнир в этом случае и как-то корректировать потом дивизионы, а уже... Я думаю, что это будет отдельная тема обсуждения уже потом. И мы не должны привязывать это к этому турниру. Нет, я же сразу сказал, что это просто вот моя идея сумасшедшая. Так, в целом... Я можно... там и похуже вещи предлагал, так что... Можно начать, наверное, как, не знаю, с мини, как бы, с небольшого описания этого турнира по формату, сколько групп, какой план действий, как выходят люди в плей-офф. Три группы по 5 команд. Восемь команд выходят в верхний плей-офф, как бы в главный, в основной. Где играется стандартный, как бы, лучший из трех, лучший из пяти в финале. Все привычно. Почти. Или нет? Мы сейчас это обсудим. Да, у нас в плей-офф не будет буллитов, потому что по капитанскому голосованию мы решили, что... Ну, то есть там, в принципе, технически там на один голос больше, чем за буллиты в плей-офф, чем против, но это не решительное, на мой взгляд, нерешительный перевес. И, в принципе, я думаю, что, скорее всего, это означает, что нам нужно будет переголосовать и, возможно, каким-то образом сделать это иначе. Поэтому сейчас у нас будут буллиты в групповом этапе. Это, наверное, такое одно из ключевых интересных отличий именно геймплейных. Буллиты после первого овертайма. То есть это идея Нико, которую он пытался саботировать сам. Мое уважение. Но и из, наверное, таких более заметных изменений, не сильно влияющих на геймплей, это повторы после голов, которые у нас будут на этом турнире. Но это, наверное, больше... помощь стримерам и людям, которые будут комментировать, потому что вместо того, чтобы говорить «мне показалось, что он задел», человек сможет посмотреть и сказать: «Ну да, вот я вижу, как здесь здорово сыграно, подправлено, вратарь почти достал», и это на самом деле будет, мне кажется, намного интереснее и зрелищнее для тех, кто смотрит, и для тех, кто комментирует, будет это тоже намного приятнее делать. За эту технологию прям отдельный респект, благодарность да. Денису Семенову, который... Да. Тоже ворвался очень так резко в сообщество, вернулся из спячки и замутил. Сначала начал разрабатывать что-то наподобие там чемпионата мира у нас было. И вот с тех пор он начал все больше и больше работать над этим. Придумал вот этот ранкет европейский, который мы каждый день 24 часа в сутки уже, он активен. И утром, днем и вечером люди заходят и играют. И, включая во все эти новые и новые технологии, появились реплеи, которые позже переработал Мига, зато тоже отдельный респект. И сейчас мы имеем, многим уже вообще непривычно без них видеть, и это и для, да, как Данил заметил, и в стримы, и в целом это интересно. Это интересно, проголосовали за. Денису большая любовь за помощь и поддержку. Он отозвался в тот же день и уже в этот же вечер начал работать и помогать нам с очень коротким дедлайном, на самом деле, то есть буквально за полторы недели до начала турнира. То есть это замечательно. Мы все очень рады, на самом деле, что это получается делать. Упомянули главный плей-офф. Также в то же время происходит малый плей-офф, в который попадает уже оставшиеся 7 команд. Вот. Да. Про них, наверное, поподробнее должен сказать Даниил, потому что, да. Да. Видимо, ну ладно, оставлю шуточку на потом. В общем, да, 7 команд, которые попадают в малый плей-офф, это 7 команд, которые не попали в основной. То есть из 15 команд у нас как бы 8 уходит наверх, среди которых... 6 команд, занявшие с первого по второе место, и 2 сильнейшие третьи команды. То есть это 8 команд, уходящие наверх, а все остальные уходят вниз, и одна из этих команд автоматически проходит в стадию 1-2. То есть сильнейшая из 7 оставшихся команд проходит в 1-2, все остальные начинаются с 1-4, и в принципе
А там происходит все то же самое, что происходит в основном кубке, в основном плей-офф. Так же весело, так же интересно. Мы также будем покрывать это стримами и трансляциями. И, возможно, там будет даже интереснее, чем в основном. Я, честно говоря, ожидаю именно этого, что там будет интереснее. Потому что новые команды молодые, какие-то команды, которые, может быть, сенсационно не попадут в основной плей-офф, мы понятия пока не имеем, кто туда попадет. И, то есть, это все будет очень интересно. Команды вроде Raffles, которые продолжают набирать уже несколько месяцев там зимы, то есть, прибавляют и прибавляют. То есть, я считаю, что малый кубок, возможно, будет даже лучше. То есть, это, на самом деле, очень сильно соотносится с тем, что мы говорили про второй дивизион, когда мы обсуждали эту идею в капитанских чатах, что второй дивизион, вероятнее всего, будет интереснее первого. Потому что первый дивизион — это старые команды, где все уже закрепилось, где ничего уже, по сути, не меняется, не происходит. Там примерно 3-4 команды, которые немножечко меняются местами, там проигрывают, выигрывают друг от друга. Там одна очевидная команда, которая, как правило, фаворит и так далее. То есть все понятно, в принципе, сразу. Из-за этого, на самом деле, неинтересно, на мой взгляд, стало уже всем. Даже тем, кто выигрывает. Поэтому вот в этом идея Валентина, кстати, я вспомнил, это Валентин был все-таки. Идея со вторым плей-офф, она, конечно, великолепна, потому что она именно делает именно то, что мы стремились сделать с вторым дивизионом, и я очень жду именно вот малый кубок лично. И надеюсь в него попасть со своей командой. Квалификационный турнир, который проходил у нас вот в этом новом году зимой, тоже нам показал, что вот когда команды примерно равны между собой, получается достаточно интересная и довольно неожиданная борьба. И я думаю, нам стоит работать в этом направлении. Александр, ваше мнение по этому поводу? Да, я согласен с тем, что победителя второго малого кубка гораздо тяжелее предугадать. Вот. Более того, команда, в которой я играю, имеет все шансы попасть в этот кубок. И даже выиграть, Саш, на самом деле. И даже выиграть. Но тут, конечно, сопротивление новичков и команд, которые, ну, относительно недавно начали активно играть, и которые постоянно играют на ранкеде. Как бы я не могу утверждать, что, допустим, если там наша команда попадет в этот малый кубок, мы его возьмем. Если ваша попадет, ну, из кого-то, конечно, там она заберет. Но мы это опустим, да, сенсации. Ожидаю много сенсаций, кстати, помимо основного, помимо главного кубка, а вот именно во втором. Ну, в целом, как бы отличная мотивация для всех команд играть до конца. В общем, так, про формат поговорили, обсудили. Теперь давайте пойдем на этап дальше и рассмотрим, собственно, кто у нас заявки на участие в турнире и подал. Так, мы пробуем перейти, перебежать. И попадаем вот в такую картинку, где по, как бы, по столбикам и по корзинам расположены наши команды. То есть по три. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик — это, собственно, и корзины, которые расположились по силам. Что тут можно сказать? Много новинок удивительных. Возвращение легенд. Что еще такого интересного? Некоторые команды до сих пор еще не сыграли ни одного официального матча. За это будет очень интересно посмотреть. И поддержание активности старичками. Это всегда радует. Ну и давайте, наверное, по очереди. Начинаем с первой. Это новое старое образование наших победителей прошлых турниров. Ты сказал новообразование? Новообразованная команда, которая... Может быть, поменял логотип, поменял название. Эту команду. Поменял логотип, поменял название. Читать я его... Назовем их АС. Просто... Я думаю, что можно говорить ASS, буквы отдельно, я думаю, что это будет понятно. ASS. Autistic Speak Society. Все понятно, на самом деле это Оскары. Некоторое провокационное название, да. В общем, все остальное на своих местах, собственно, как и провокации тоже они на своих местах, это нормально. Мы все знаем, что это за команда, мы все знаем, чего от них ожидать. Я думаю, что это главные фавориты турнира Большого Кубка.
Думаю, что это вряд ли кого-то удивит. Никто не назовет это инсайдом, и то есть. Я думаю, что никто из вас с этим спорить тоже не будет. Очевидные фавориты это, конечно, ASS. Согласен. Все на тех же местах. Новый трансфер, наверное, можно. Как новый трансфер в их команду это Фрисби перешел из Альянса. Вернулся Дед Маус из IC. Да, я в курсе. Я заметил. Вот. В целом, все, да, все сказали, что могли. Мне на самом деле интересно посмотреть на какие-то игровые моменты и в плане какой-то индивидуальной техники игроков, ну и в плане какого-то командного взаимодействия от этой команды, потому что их капитан достаточно тщательно подходит, да, к анализу игры, к разборам, и может быть что-то мы увидим новое в геймплее именно от этой команды. Вот. Будет интересно посмотреть, собственно. Да, будем, конечно же, наблюдать с интересом. Переходим дальше. Ice Creamers, вторые финалисты, как бы финалисты прошлого кубка зимнего, осенне-зимнего. Каждый раз они восстают из такого, даже не из мертвых, а такой из гибернации. И каждый раз показывают свою силу, свою командную игру, слаженность. Не меняющаяся, так сказать, тройка Джобсон, Лилипота и Рики уже долгие годы остается одной из сильнейших троек нашего сообщества. К ним подключились Джерс Данила. Тоже интересный достаточно трансфер. Видел пару игр. Не сильно-то и выпадает, из как бы из колеи, так сказать. Да. Там есть проблемки. Там. Ситуация непростая в основном. Там единственное, ну, может быть, чуть-чуть как бы игрового времени, и все наладится. А так уже неплохо, на мой взгляд. Так же, как и... Спасибо, Игорь. Как и всегда, Макс Хоппер на месте. Иван. Иван! Это Иван. Иван, привет. У нас произошел Иван очередной. С главных камбэков вот этого. Очередной мира. Камбэк. Егор, посмотри, если ты посмотришь на состав Ice Creamers, ты поймешь, что я там делаю. Я собираю Собернат. Там уже был Джобсон. Я привел Ивана. Подожди, мне нужен Райан. Это плохая новость для тебя. И, в принципе, если еще Латина воскресить, мы просто переименуемся и будем играть на Латина, и он будет с пингом 0, все остальные будут с 80, и мы будем выигрывать, как старые добрые. Ты помнишь? Да. Было время, да. Сколько это, 9? По-моему, Север Диско назывался. Диско. Это было лет 10 назад уже, не 9, не 8. 10, это 12-й год. 12-й, да. 11-й, 12-й года, реально. Чуть-чуть 13-й, мне кажется. Хотя нет, 13-й уже нет. Наверное, 13-й мы уже играли на dedicated серверах. Ну ладно, это незначительно. Ты наш состав препарировал. Кто там еще? Только Шпока я не упомянул. Вроде да. Готов играть, да, у нас? Ну, у него проблемы с пингом, как и у всех украинцев. То есть у нас в Рике тоже 80-100 на ИХЛ. Я так понимаю, это проблема с магистралями. То есть это нерешаемая проблема для украинских игроков сейчас. Но Рики все еще играет лучше меня с пингом 100. Поэтому я думаю, что и Рики точно будет. И Шпок, вероятнее всего, тоже сыграет. Отлично, также будем следить, наблюдать. Одни из фаворитов также, как и ASS. Следующая команда... Nordic Union. Предоставлю вам слово. Аж ты хочешь про Nordic Union? Да, конечно. Я думаю, давай, пару слов сказать. Ты же любишь их вроде, я помню. Слушай... Да я помню, Саш. Ну что ты мажешься, я помню. Славные времена. В прошлом, ну что, здесь состав во многом классический, состав, ну, Егор в капитанах, Райан, Ката, Штеген, Эрте, Денис, Честер. По поводу Криспа я ничего не могу сказать, потому что уже забыл, как он играет.
Сейчас вот. Егора спросим, кто такой Крисп. Я, например, вообще не знаю. Возможно, он, по-моему, уже происходит. Из Великобритании, да, по-моему, у вас игрок. Это да. Это да. Ну, тоже один из старичков, но таких относительных старичков. Вот. Я как-то вот не застал. Ее можно назвать относительно из относительных старичков, но я его так приметил относительно, как бы, не знаю, последние пару лет. И тем более последний вот этот год с как бы активностью ранкида, он начал часто подключаться. Вот, и показывает свою игру, и достаточно, как бы, интересно играет. Есть такая сумасшедшая толика в нем интересная, как, не знаю, как с Нанда. Немножко от Снейка, да? Немножко даже Снейка больше такой просто. Нанда, который с нами был очень долго, и мы к этому еще вернемся. Он тоже был достаточно качественным, таким и крутым, опытным игроком, который подходил, как бы, к стилю игры, наверное, что ли, нордиков. Ну вот. Он отошел и сформировал, как бы, восстановил свою команду. К этому еще подойдем. Но почему Крисп вообще появился? Потому что, по сути, в нашем составе сейчас только 4 активных игрока, которые готовы играть. Это как раз первая четверка, которая в этом списке указана. Ну, я бы сказал, что мне поражает уровень стабильности Райана и тебя, Егор. Столько 11 лет играть на высочайшем уровне. Я сейчас говорю в целом, без каких-то там, да, типа, как-то тебя возвысить. Нет, на самом деле, вот такая стабильный высокий уровень игры. И мне даже вот интересно, сможете ли вы как-то оказать достойную конкуренцию, да, нашим главным фаворитам. Вот. И, собственно, для меня это команда, которая, против которого я никогда не мог понять, как взаимодействовать, чтобы их победить. Вот, вообще, то есть, за свою там, да, какую-то карьеру. Вот. И поэтому на этом турнире тоже вот предстоит увидеть. То есть, если мы от команды АС ждем каких-то там фишечек, а от вас хочется увидеть какой-то такой командной игры, как вот такой противовес тому, что могут ребята. Принял. Спасибо за добрые слова. Ну и вот в завершение, что Крис появился чисто как бы для, ну как сказать, мы подумали, поискали, кто бы мог нам как бы расширить заявку и быть с нами как бы как такой человек на замене, который может нас прикрыть, и ничего больше не пришло. Как бы, и в целом-то меня устраивает такой вариант с Крипсом, мы надеемся. Ребят, что... я могу вас немножко прервать? Пожалуйста. Люди жалуются, что мы говорим только на русском, поэтому я скажу им привет на английском. Снейк попросил меня с ним поздороваться. Hey, Snake, we're not going to speak English today. Sorry, man. Just going to speak Russian and be very boring, so... And we're going to, you know, to announce groups very soon, so might as well stick for some time. Окей, продолжим. Хорошо, давайте двинемся дальше тогда. Небольшое отступление. Мы, конечно, думали насчет, как бы, как сделать этот стрим более доступным для всех нас, потому что добрая половина сообщества у нас не русская. Поэтому, но не успели. Не успели, будем думать еще. Возможно, какие-то варианты будут к этому стриму постфактумом, но мы подумаем. Двигаемся дальше. Дальше у нас Альянс. Также наравне с Nordic Union заняли, как бы, условно, 3-е место на осенне-зимнем турнире. Остановились в полуфинале. В очень жаркой, кстати, борьбе с Оскарами тогда еще. Я эту игру комментировал, показывал. Это было прикольно. Ничего вроде по составу не изменилось. Зарипов, Буре, Волк, Федерико, Гункан, Треска. Как-то пропал внезапно где-то там осенью, как раз-таки зимой на этом турнире. Пока больше его не видели. Фокс тоже давненько не было. Кона. Кстати, да, вот Кона появился, ворвался вообще прям очень интересно, да, вернулся. По его словам, он не знал, что мы до сих пор активны, и только недавно увидел это.
начал очень часто и плотно играть, играть на ранкеде. Не видел пока за Альянс. Ну, в целом, давно мы Альянс не видели, только там лично некоторых игроков. Поэтому... О, я, кстати, при этом все еще считаю, что они вероятные финалисты, одни из основного кубка, особенно если им повезет не нарваться на ESS на ранней стадии плей-офф. Потому что лично мое предположение, что если бы карты сложились по-другому и Альянс вышел бы не с того, с места повыше, условно, на одну из команд ICNU на прошлом турнире, то мы могли вполне увидеть финал Альянс-Оскары. То есть, вот, это был мой прогноз, на самом деле, до плей-офф, до стадии, после группового. Мне казалось, что с Альянсом играть будет сложно всем командам, кроме Оскаров. Поэтому я, на самом деле, последил бы на этом турнире за Альянсом, если они хорошо сыграют групповой этап и не попадут на экс-Оскаров прямо-таки сразу и не попадут с ними в одну ветку, то думаю, что это может быть потенциальный финал. Ну, я не разделяю твое мнение. Нет. Целиком, полностью. Это нормально абсолютно. Да. Мы подеремся после этого стрима. Ну, как старый добрый, да, там, насрать на стене. Ну, как бы, я просто давно не видел ребят в деле, и для меня какая-то команда, которая разбивается хорошую командную игру, то есть от них больше ждешь индивидуальных перформансов, чем какого-то такого сплоченности. Я не знаю, хватит ли у них сейчас какой-то игровой формы спортивной злости, чтобы уничтожить там Nordic Union или Ice Creamers. Поэтому, ну, игра покажет, конечно, но в целом, я думаю, что сейчас они не в таких кондициях. Не обязательно же уничтожить, правильно? Можно же просто выиграть. Это, на самом деле, индивидуальный навык в этой игре в последние, по крайней мере, годы. То есть я, как человек, который давно не играл и пришел, могу сказать, что личный навык, индивидуальный, персональный навык игрока стал намного важнее, чем он был. Если в годы, когда мы начинали играть, действительно хорошая передача, способность ее замкнуть, это было самое главное, то сейчас возможность обвести, там, продвинуться, правильную позицию занять, там, с шайбой себя правильно вести, то есть вот какой-то микроконтроль, это намного стало важнее. И в этом отношении Альянс на самом деле даст фору практически любой другой команде в топе, там, ну, наверное, кроме ESS, где, наверное, там плюс-минус какое-то равенство может быть, если бы Альянс был, конечно, в чуть лучшей форме, чем сейчас, потому что, наверное, я вот начал видеть Зарипова где-то на ранкедах, может быть, неделю назад только. Буре я не видел до сих пор, я не уверен, играет он или нет. Волк я не видел тоже неделю, наверное. Возможно, я просто не видел. То есть, что можно сказать по форме Альянса сейчас представить сложно, но потенциал, я, конечно, оценивал именно с точки зрения потенциала, и надо понимать, что за групповой этап есть возможность немножечко поднабрать. И, в общем-то, они очень неплохую игру показали в своем четвертьфинале в прошлом турнире. Там в какой-то момент было ощущение, что сейчас ага, и все, и как бы мы уже шампанское начали открывать в чате ICI, оно просто не повезло немножечко. Но, судя по прошлым этим турнирам, как бы представить можно, что будет с формой. Можно, да. Залетает Буре просто из ниоткуда и показывает сразу, как бы, не знаю, пару игр проводит и набирает свою чуть ли не прежнюю форму, так же и с Волком. Волк вообще очень хорош, на самом деле. Волк, на самом деле, самый важный игрок, мне кажется, в этой команде, потому что он еще умеет защищаться, в отличие от всех остальных. То есть это вообще ключевой игрок Альянса. Ну, можно и так назвать. Вот они залетают и показывают настолько крутую индивидуальную игру, да и командную, что удивляешь, ну откуда, как, откуда эти силы? Ну, вроде здесь у нас очень сильно влияет как бы игровое время и как практика. Но вот в случае с Альянсом они всегда вылетают, взлетают из ниоткуда и показывают просто что-то интересное. Mirror Boy, не дошли до Mirror Boy. Очень давно не видели его на льду. Но есть шанс. В этом году есть шанс. Он тоже увидел, что мы здесь, чем занимаемся. Давно за этим он не следил. Но недавно показался там в наших чатах. И сказал, что очень ему интересно, и, возможно, мы его увидим. Ну, я лично был бы очень рад увидеть Стаса в самом деле, поэтому... Один из тоже прям старичков-старичков, да. Мега-супер. Прям 2011. Там прям оттуда. Да.
Двигаемся. Мне кажется, я зашел на сервер, он уже там был, когда я зашел первый раз. А он же один из самых первых предтурнирах, еще в старой группе, когда турнир 2 на 2 они хотели делать, он был один из тех, кто его... Там был Мясо, по-моему. Да, да. Был Mirror Boy, вот двух остальных я уже не помню, но вот это два первых ника, которые мне приходят в голову, когда я вспоминаю о самом начале. Балласт еще, но Балласт был просто уникальный Балласт, человек. Балласт — это классика, это база. Но Стаса, как мы нашли, наверное, стоит упомянуть, что, ну, я не знаю, просто я на него вышел через... У меня был его номер записан когда-то, он сохранился в профиле, я вышел на него через Телеграме, и после этого он как бы вот включился в наше сообщество, мы его как бы так вернули и интегрировали. Реанимировали. Ну, это здорово. Да. Прекрасно, давайте двигаться дальше. Следующее на очереди Devils. Очень интересная команда. Да. Очень интересная команда, тоже уже можно назвать классикой жанра. Она прошла много этапов, была разной командой, но, наверное, сейчас уже можно сказать, что это нашла свой путь команда, капитанство Unnamed уже достаточно стабильное, ведет ее по своему пути. Набрал очередную команду, собрал многих новичков, собрал многих старичков, и как бы коллекционный турнир показал нам, на что они способны. По-моему, они очень долго шли без поражений, и не могу запамятовать, что они так и остались без поражений, но это не точно. Я могу проверить, Егор. Это не точно, но они прям шли в лидерах, и, по-моему, его и выиграли, этот турнир. Без поражений, указывают нам в чате, да. Поэтому... Будет очень интересно. Ну, меня очень впечатлила, честно говоря, эта команда. То есть вот в квалификационном я прям был... Я не был удивлен, если честно, потому что я видел, какая была активность перед турниром. Я видел, как они резво, как они бодро вошли вообще весь этот процесс игровой, как они много играли, как они того искали. Мы буквально чуть ли приложение не сделали, чтобы Unnamed было проще искать товары для того, чтобы всех нагнуть. То есть, ну... Надо понимать, что за дело бы люди взялись очень серьезно, и это было заметно. И это было заметно по результату, и на удивление они не оставили вообще шансов по большому счету никому. То есть это была такая доминация, и я смотрел даже матчи с командами вроде там бандитов, и это выглядело очень убедительно, на мой взгляд. Я играл против них, и вот это вот их развитие с начала товаров и сам квалификационный турнир — это две разные команды. И во что превратился Hot, он же Monster, это просто было MVP этого турнира, и вот мы реально не ожидали, вот мы участвовали в этом турнире, и мы были прям... Он все еще очень хорош, кстати, если ты на него попадешь вот на ранке. И вот это чувство, где... вот это его, знаешь, вот это он предсказывает отскоки, вот эти моменты, он ловит, он как такой прям хороший форвард, он так находит момент, и порой ему очень трудно противодействовать средним каким-то командам, да? Поэтому на этом турнире будет интересно посмотреть, собственно. Да, это на самом деле Devils, на мой взгляд, тоже фаворит. Это, можно, на мой взгляд, можно, можно и да, можно и так. Как бы это может спокойно быть. К Монстру, да, единственный момент, то, что там и по аналитике, когда проводили посттурнирную, как бы есть момент, да он до сих пор остался, может быть, немного исправится к этому турниру. Именно... Очень частые личные ошибки, как бы сказать так, привозы. Частенько он заигрывается и очень часто терял шайбы. Он был лидером, по-моему, или одним из лидеров по вот этим critical mistakes, когда у нас была такая статистика. Вот, мы это отмечали и надеемся, что только лучше будет. Также, ну, смотри, когда это не влияет на результат команды, на итоговый, наверное, это не такая драматичная штука. Видимо, их было недостаточно много. Возможно. Unnamed прошли, топовый ГК, как бы так сказать, Джейден. Один из тоже уже, можно сказать, классиков. Прошел школу НГХЛ вроде как, прошел вот эти все этапы. Поиграл. Ты его первый ник? Я просто, может быть, не... Вот я даже не могу даже сказать. Возможно, был что-нибудь с Хеннесси. Может быть, но я уже не припомню до конца. Мои знания НГХЛ не позволяют мне сейчас сообразить вот, ничего. То есть абсолютно. Прошел он всю школу, поиграл в разных командах. Сейчас вот они, как бы, тандем Unnamed и Джейдена, они комментили вместе, играют вместе. В принципе, интересная пара, будем наблюдать. Тима,
Это вообще один из моих героев. Это новое время, новое поколение. Наверное, самый выросший уже игрок из этой майнкрафтовского нашего сообщества, которое к нам залетело такой гурьбой и до сих пор продолжает радовать нас своей активностью. Тиму можно отметить прям как одного из самого выросшего и из всех самого быстрого по набору формы и набору опыта. Сейчас прям следишь за ним и радуешься, то, что все-таки появляются новые игроки, появляются новые команды. Это меня лично радует. Тима, молодец. Тима, молодец. Радуешь Егора. Тима Г. И AMX. Давно не видели. Это, по-моему, Арма. Да, может быть, верно. Его так больше народу знали. Давно не появлялся. До сих пор числится. Ход монстр. НК. Один тоже из, по-моему, майнкрафтовской школы. Мне нравится. Сколько играл с ним на ранкеде еще вот зимой. Мне нравится. То есть он думает головой. Это приятный бонус для новичка. Есть потенциал, согласен. Есть потенциал, но иногда включается какая-то непонятная история. Надеюсь, не будет больше включаться. Слендермен. Это классика очередная. Живая, причем еще. Живая классика. Тоже достаточно относительно недавно прилетел из Вальгаллы, так сказать, хоккейной нашей. Вернулся. И тоже достаточно бодро. Я не ожидал от него увидеть. Вроде как бы, сколько я с ним вот в последнее время не играл, такой корявенько, но, блин, но четко, точно. Ну, прибавил очень сильно. Да, прибавил. Прям. Интересно, стиль поменялся абсолютно. Я тоже заметил, зимой там еще бывали моменты непопадания по шайбе какие-то, то есть буквально, то есть вот такой был уровень сейчас, то есть, мне кажется, сейчас он в лучшей форме, чем я. Не хотели брать зимой его обратно. Ну, типа, зачем он нам нужен? Сейчас он играет так, что мы такие, ну... Нифига себе. Зачем мы ему нужны, да? Да, да, да. Зачем нам нужен? Крутые. Разбрасываются игроками. Дед Хасан. Такая тоже из старых-средних времен, если так это можно сказать. Как-то иногда появляется, затихает, потихает. Но когда появлялся на вот этом квалификационном турнире, забивал. Было интересно за этим следить. Люкс. Еще один из моих любимчиков из нового времени. Прибавил круто, быстро тоже. Больше, наверное, в защитную сторону. Защищающую, как бы, в защиту. Да, он тыл. Да, прикрывает тыл, неплохо владел шайбой. Бросает хорошо достаточно. Хорошо бросает, защиты. Хорошо отнимает. В целом такой Райан получился. Как бы уже начинает такие задатки такого Райана, наверное. Леш, когда тебя Егор заменит на Люкса, приходи в IC. Мы будем SN возрождать. Он уже приглядывается. У тебя кости скрипят, а он уже заглядывается на других защитников. Вообще без проблем, это такое может быть. Не спорю. Давно тоже не заходил. Обстоятельства мы все прекрасно понимаем. Это ужасно все. Это. С Украины? Ну да. Я просто не в курсе был. В общем, будем следить, будем смотреть. Может быть, мы немножко порезвее по командам. Давайте чуть попробуем. Кажется, нам не обязательно весь состав зачитывать. Давайте там интересных игроков каких-то, если хотим отметить, то отметим, да. Пакфакерс. Возрожденная легенда. Нанда. Очень много и часто в последнее время говорил о том, что он хочет возродить Пакфакерс. Еще с момента того, когда Семенов появился на сцене, как бы хоккейной нашей, и возродился Тимб, как бы появился еще и Покс, и уже Нанда точно мне говорит, типа, мы ПФ, мы собираем ПФ заново, я говорю, вообще без проблем, это прекрасно. И вот мы видим сейчас возрождение очередной классической, Знаешь, Егор, у меня ситуация с отношением к команде ПФ, она очень интересная.
Я смотрю на их состав, и я не понимаю, почему они не топ-3. Но когда я смотрю их игры, у меня совершенно другие возникают мысли, потому что этот состав на бумаге у меня в голове играет в 3 раза лучше, чем этот состав играет в реальных играх. Я не понимаю, в чем их проблема. Потому что вот сколько я смотрел игр зимних, и мы, то есть, там, мы играли с ними. Я, правда, не играл, но ребята играли, я присутствовал. И я не понимаю, в чем проблема. То есть, великолепный состав. Покс умеет защищаться, дальний бросок. Семенов, ну, техника великолепная, хорошая мысль. Тич есть. Теперь у них есть еще и Торос. Я действительно не понимаю. Если в этот раз опять они не залезут хотя бы на 3-е место, то я тогда вообще ничего не понимаю. То есть, мне кажется, тогда там просто что-то не работает в коллективе. То есть, потому что по составу я понимаю, что если бы я пришел в эту команду, у меня бы заиграли. То есть, вот у меня такое ощущение есть. Знаешь, у меня включается какой-то внутренний тренер-физрук, который так: вы не туда бежите. То есть, вот буквально, у меня вот такое ощущение. У вас какие мысли по поводу этой команды? Ну, то есть, у меня противоречивые. Солидарен. Есть, наверное, еще моменты несыгранности. Не нашли еще они свой, не вспомнили, так сказать, путь. Но потому что много времени прошло, игроки поменяли, многие из игроков поменяли уже свой стиль игры и набрались, наверное, в лучшую сторону опыта. Ну, в целом, согласен. Как бы пока они не продемонстрировали то, что могли бы. Ну, для меня удивительно, как Покс переквалифицировался в вратаря и достаточно неплохо стоящего, потому что он вроде бы на воротах у них с последний матч стоял. Да, это вот... серьезно? Да, он стоял на воротах. Ну, а кто здесь голкипер из этой команды? Тут как бы он есть. Играть, на самом деле. Если бы спросили меня, если бы я был тренером, я бы на ворот поставил Нанда, потому что Покс очень, на мой взгляд, полезен в защите. Вот у них я там, бы в жизни там... не убрал... У них как бы нет, да, выделенного вратаря, но им по факту является Покс. И то, что, да, как вернулся Покс, и насколько круто он вернулся и показывает еще вратарские умения, это для меня вообще что-то с чем-то. Я всегда считал... Демонстрация того, как могут игроки меняться со временем. Ну, как люди, в принципе. Вот. Мы это увидели в этой команде. И вот то, что ты говоришь, не складывается. Может быть, сложится на этом турнире. Посмотрим. Да, посмотрим. Если Покс будет играть на воротах, я думаю, что будет все то же самое. Это просто... Это лично мое мнение. Я, естественно, не говорю, что это типа какая-то истина последней инстанции. Но просто, на мой взгляд, это ошибка. Вот. Это мое мнение. Я не ставил бы Покса на ворота. Он очень полезен в поле. Он великолепен в поле. Покс должен играть в поле. На ворота поставьте кого угодно. Серьезно. Ну, вот, извините. Я тренеру ПФ виднее, но... Физрук. Так, поговорили быстренько про ПФ. Будем следить. Также в одни из фаворитов. Пока у нас все очень мощно. Продвигаемся дальше. И дальше у нас Lemons. Восставшие из пепла. Восставшие из пепла. За 15 минут до начала турнира. Да, плодотворно, долго и упорно мы старались, как бы... В частности, Валентин, на самом деле. В частности, Валентин старался. Провел очень большую работу, чтобы это произошло, да. Да, подбил пару-тройку команд к тому, чтобы они все-таки собрали все свои сусеки, активировались, просыпались, добирали игроков и все-таки записывались на турнир. И как один из плодов, восставший Lemons с ее уже давно несменным лидером Эндрю Гейзом. Состав постоянно меняется, постоянно крутится, игроки уходят туда-сюда, обратно. То есть тот же Покс недавно был в Lemons. И многие, по-моему, Unnamed был в Lemons недавно. Даже у меня такая есть сейчас в памяти история, то, что да. То есть много кто прошел через Lemons. Была еще история с Limes, разделение как бы на такой фарм-клуб, в котором тоже было достаточно много народа. Но пока вот не прижилось, они уже тоже расформировались в разные другие команды. Lemons, Эндрю Гейз, капитан команды, W, вратарь, вроде как из Чехии.
Неплохие способности, конечно, показывает, несмотря на пинг, который, наверное, выше среднего, можно сказать, и вечные проблемы его с соединением. Но в целом, пока он не пишет в чат и играет в игру, он смотрится очень сильным игроком. И на воротах я его очень часто просил на товарах подменить Штегина, которого не было как бы в активе. И он показывал прикольную игру. Вот, Just... да, хороший вратарь. Давай, в целом, у Лемонс, конечно, состав выглядит не очень понятно на данный момент для меня, потому что я не очень помню, кто такой Энджел, например. Just Pain — это Just Luck, No Skill, правильно? Да, все правильно. Это... вполне, вполне хороший игрок, который может играть в нормальный хоккей. То есть, но вот как это все будет работать вместе, учитывая, как быстро это все собиралось, это, конечно, нам покажет только реальные кейсы. Но я, наверное, пожелаю Эндрю и его команде удачи. Было бы прикольно, если бы главный апсет турнира, например, главный сюрприз преподнесли нам именно они, достигнув, например, каких-то значительных результатов в малом кубке или, может быть, даже пробившись в основной. То есть я думаю, что, в принципе, они могут попробовать. Мы посмотрим, как это будет работать. И будем надеяться, что у них получится что-то интересное. Да, Just Luck, No Skill, да, прибавил здорово. В основном по опыту на ранкеде, слежу за ним. Ангел. Ангел — это... Ангел играл у нас долгое время. Он, да, достаточно, он вырос, на самом деле, опытный игрок относительно времени в сообществе, кажется, но он был не совсем активен, по-моему. Еще в 15-м или 14-м году есть, он, да, был, он мы из играли таких, вместе на самом с ним. Деле, старых времен. И, по-моему, на квалификационном турнире он за кого-то достаточно много времени провел и даже комментировал пару игр, насколько я помню. Поэтому будем следить, будем посмотреть. Алекс Кларк. Чтобы ребята могли, ну, приходить на матчи, на мой взгляд. Да, да. Алекс Кларк, видел его на ранкеде, не припомню точно, кто и что и откуда. Но, как бы, по опыту пока такой новобранец, набирает ход пока еще, будем. Мне кажется, он тоже года 3 или 4 играет. Может, да, знакомый, ник знакомый мне лично, да, я его видел, но не припомню, вот, насколько вот он был кем. Насколько был уровень, а сейчас, ну, набирает ход, так скажу. Так, Лемонс. Посмотрел, я не нашел Энджела в квалификационном турнире, наверное. Где, может, я с кем-то... Либо другой ник, либо... Может, я с кем-то перепутал. Дальше. Бандиты. Тире Оскарс. Тире бандиты сейчас. Могут уже, кстати, быть обратно Оскарсами. Да, и да, возможно... Стоит им уже было предложено забрать как бы логотип и название обратно, пока ничего об этом не слышно. Бандиты — это уже тоже как бы команда классика жанра, почти несменный состав, возвращение легенд. Что можно сказать? Можно сказать, что Некорн, который стал как бы записан в капитаны, это интересный момент. И в его еще ассистента... один игрок, которого я могу утащить, чтобы соединить СН. Был момент. Я беру, да, я беру себе на заметочку. Был такой период времени. И Ньюби с Пандой в ассистентах, но как по факту, наверное, являющиеся таким лидерами своей команды, что информативно, что как бы тренерский, так сказать, наверное, что ли. Ну, авторитетный, скажем, ну, так. Да, играющий, да, тренер, да, да. Играющий тренер. Играющий тренер, да. Кучеров. Ну, давненько не видел я, кстати. Он сейчас чуть-чуть пропал. Лишь, наверное, месяц-два его не видно было, но тоже появлялся, включал активность. Играл на ранкетах, играл товары за бандитов. Интересно. Сколько лет уже прошло, но Куч как-то на своем уровне всегда вот был одинаковым. И вот сейчас, последние игры, я вижу подъем. Я вижу как бы вот этот вот level up, можно так сказать. Я могу тебе объяснить это. Выбора нет.
Я как человек, который пришел со своим старым уровнем, я тебе могу сказать, нет выбора. Ты либо поднимаешь уровень, либо ты типа принимаешь у борта шайбу 15 секунд, и тебе уже гол забили, а ты клюшкой только развернул. Ну, то есть это буквально очень сильно заметно. Вот это, когда ты, у тебя там вот такая вот яма там, в 3-4 года, там я в 16 году последний раз заходил, до 21-го. А ты заходишь и такой, what the fuck? То есть, ну, у тебя буквально мыслей нет никаких, кроме чё за херня. Как он это делает? Я сначала думал, как, что у всех людей, которые умеют обводить, пинг один. Я реально так думал, вот пока я типа не спросил у некоторых. Оказалось, что не у них пинг один, а у меня типа навык ноль. Ну вот, это на самом деле очень времязатратная и такая, скажем так, требовательная к стараниям человека игра. Это очень показательно. Но то, что он растет, это здорово. Это показывает, что на самом деле есть куда расти, это очень хорошо. Видимо, до этого он не старался просто. Вот, не знаю, надо его спросить. Значит, можно было, а он не хотел. Доктор Пиво, уже много о нем я лично в своих кастах говорил, очень рад. Человек, который сделал легендарный мувик. Да, Дечка. Человек, который отвечал за, наверное, один из старейших, кто отвечал за какой-то медиа-контент в нашем сообществе, да. Постил классные нарезки с голами, постил какие-то прикольные видюшки. Да. А делали же вайны тогда, да, или что-то такое, это тот период времени. Да, вот да, как раз эти нарезки по 20 секунд, как бы под музычку, я помню, там с чемпионата мира, там еще олдскульный. Ну, тоже что-то такое было. Да, тоже недавно вернулся, ворвался. По игре, да, в целом, да неплохо, по игре даже это было, по квалификационному турниру было видно, что пасик остался. Он, наверное, был одним из тех первых людей, которых как бы уважали как раз за какое-то умение отдать прикольный и классный пас. Это я точно помню. Ну, в старых Оскарах, наверное, это был мой любимый игрок. Вот. В том старом классическом составе, которого, кстати, практически большая часть есть сейчас в бандитах. Это удивительно, что люди умудрились столько лет сохранить свой состав, и это люди, которые будут играть. Это на самом деле удивительно, потому что... Ну да, мы видим Эрза в Нью, например, да, мы там видим... Но мы не видим Хурикани. А где Хурикани? Нет Хурикани. А у бандитов, у них действительно... У них поменялось название, но, в принципе, банда-то, она на месте. Да, да, это круто. Даже Егор-то, на самом деле, с Райаном, это не первый состав Нью и даже не второй. В лучшем случае третий-четвертый. Если мы говорим про Райана, то вообще пятый-шестой. Так что, в общем-то, вы, конечно, уже, конечно, тоже классики, естественно, учитывая, сколько вам уже годиков, ваши бороды длинные и сколько воды утекло. Но на самом деле, да, то тот самый состав Нью, из него нет никого. Думай об этом, Егор. Ну, Ловер Савери у меня на этом, на звоночке. Сорян, я не вспомнил про Ловера Савери. Мне стыдно сейчас. Они я есть. Вспомнил про Хурикани почему-то. Они недалеко. Но я вспомнил про Ловера Савери, да, конечно. Вот, и Секси Миррор у нас подъехал. В чатик вижу. То есть все здесь. Отлично. Секси Миррор, это Стас? Да. Стас, привет. Тут, в принципе, много кого у нас в чате, кого я мы сегодня просто уже просто не могу открыть Twitch, у меня почему-то очень сильно видюха начинает. У меня чат открыт, и у многих просто ники не совсем понятные, и поэтому не всех я понимаю, кто из них кто. Возможно, здесь есть кучер, вот Нескафе. Пишут, сколько в одном? Сколько в одном? Для меня я важно. Не знаю. Дедмау, если три, то мало. Больше надо. Так, в бандитах остался Пузикжан, которого мы не упомянули. Что сказать? Крутой игрок. Я на самом деле не очень знаком с ним как с игроком, потому что, мне кажется, он появился уже после того, как я пропал. Но из того, что я видел на ранкеде, ну, меня впечатляет. Он техничный. Прикольный. Он, классный. Хорошо двигается без шайбы, да. Я с удовольствием посмотрю на его игру на этом турнире. Мне кажется, это будет интересно. Мне вообще интересно посмотреть на бандитов на этом турнире. Потому что, ну, они точно сыграны. Вот это то, что можно про них сказать. Они настолько сыграны, что, мне кажется, они уже могут даже не спрашивать, кто где играет. Они просто заходят, пишут позицию и погнали. То есть
буквально вот, вот такой вот уровень, мне кажется, у людей уже понимания и ощущения вот коллективного такого. Сейчас пока вспомнил, из классики не хватает пророка, наверное, только. Пророк, вот. Вот, вот, вот единственный, да. Наверное. Но за него панда. Пророк. Окей. Ну, пророк был не мой любимый игрок. У него было слишком много от балласта, я в какой-то момент подозревал, что это один и тот же человек. Причем очень активно подозревал. Даже просил Ивана посмотреть IP. Стыду к своему. Опасения не оправдались, это разные люди. Что, едем? Возможно, они разлучились в роддоме, это тоже опция. Едем, едем дальше? Да, да. Поехали. Да? Дальше. Дубовые деревья. О, актрис. Ну что? О, кто, Саш, ну давай ты, чёрт, ты лучше всех знаешь. А, ну что я могу сказать? Что я могу сказать? Тоже одна из олдскульных команд, по-моему, 13-го года, да, была открыта первая команда Red Forest. Red Forest был в 2012-м или 2013-м, не помню. С 12-го года, а у актрис. Ой, простите, ради бога. Короче, в 2012 году Red Forest, 2013 год Queen Parks Butova, которая трансформировалась в его актрис, посвященная городку в Подмосковье Дубки, где дача у Реверси. Типа, это максимально такие вот нейминги из начала. Из оригинального состава же он единственный, нет, Деликатес Трейдер? Все остальные же потом пришедшие чуть позже. Как я понимаю. Или Глаз тоже был в оригинальном? Не-не-не, Глаз... Тоже был в оригинальном. Нет, наверное, только реверсия. Нет, я по-моему, пришел... По-моему, Деликатес единственный. Да, он самый первый единственный, и я в 14 году пришел. Не бросает свое детище. Да, я помню, что другая команда была. Совсем. Да, и там, по-моему, я вот не помню, кто только созывал, у нас, по-моему, Серк как раз. Тогда ОАК разваливался, и он набирал игроков, и мы там вернулись, там... Это долгая-долгая история. В общем-то, Глаз, он там, у него длительный путь, начиная школа с НГХЛ. Системы... Да, НКХЛ, СИП, СИП-ХЛ еще, между прочим. Еще помните СИП, такой? СИП, когда вы называете это системой, это звучит, честно говоря, немножко страшновато, это как в детский дом. А там... Попадали, знаешь, прошел через криминальную юстицию Российской Федерации. Слушай, там тренировки, там этот Бастик, кто там был, Прайс, они тренировали там зверей. Там, последние там прям, места, да? НГХЛ как бы сами себя не займут. Вот. Ну, короче, вот Глаз, наш капитан, не в активе сейчас и будет мало активен на этот турнир, к сожалению. А я тут тоже есть, как бы тоже... Ну, у тебя опыт, ты примерно эквивалент меня, а я эквивалент тебя, мы опытные, бессмысленные, но мы опытные. То есть, да, ну, мне очень нравится Деликатес, на самом деле, как он играет. Я не знаю, что с активностью, но на зимнем турнире в зимний период он был крутой. Мне очень нравилось с ним играть. Он появился, тоже как-то так из ниоткуда вернулся в игру. Потихонечку, потихонечку и помаленечку набирал он ход, не сразу у него заигралось, но сейчас это такой прям, ну, новый. Он был крутой, ты, может, просто не заметил. И вот из тех, кого я не видел, ну, я помню Серджа из тех давних бородатых, но сейчас я на него посмотрел, он хорош. Хорош, то есть. Да. Мне прям. Я, кстати, считаю, что у АКа очень хорошие шансы. Как минимум, ну, понятно, что выйти в большой кубок. Я думаю, что это минимальная задача для УАКа. Если вы сделаете меньше, я лично вас разнесу на последнем стриме. Так что, Саш, передай своим. Ты знаешь, я умею. Слушай, давай быстро пройду остальные там, да? Зипа дали второй ассист, потому что мы. Зипа, верните Альянсу вообще. Никаких альянсов. Зипа это наш человек. Наш человек. Зипа сейчас сам, на мой взгляд, самый сильный игрок Лака в данный момент, именно в плане и индивидуальной, и какой-то командной игры. Реверси отличный завершитель. Ты уже его похвалил. Смотри, есть Кубзи. Да. Это реально вот на молодое поколение. Кубзи тоже классный. Вайпер года 3 назад. Реально. 2-3 года назад. Это вот реально, ну, сам Олег признает это. Вот. Единственное, что вот момент с матчами. Он за нас мало играет, ранкет играет много. Вот этот момент с сыгранностью. Тёма жив-здоров. Тёма, я знаю. Еще один человек на галочку для меня. Тёма. Я уже собрал свой эссе, я как покемонов сегодня собираю. Ну тогда мне перечисляйте, будет матч-легенд такой... точно надо будет какой-нибудь собрать как-нибудь. Ну, пора, Тёма, кстати, за нас играл приличное время. Тёма важный был игрок в какой-то момент, так что да.
Серга вы уже упомянули, ну и основным голкипером у нас будет это Фуркадек тоже, ну это прям тоже молодое-молодое поколение, вместе с Кубзи примерно, может быть чуть-чуть помладше, вот, тоже, по-моему, из ребят, которые с Майнкрафта к нам пришли, на мой взгляд, очень достойная замена Гласу, и для него это будет первый турнир в нашей команде, прям вот такой полноценный, когда он будет основным. Он из Раффлс же, да, правильно? Вы из Раффлс его забрали, если я не ошибаюсь? Ну, где-то да, там Глаз его накопал, я не знаю, он голкипер, он в этом разбирается, я как бы такой, ну ладно, стой, пожалуйста. Поэтому... Я понял, я проверю, я тебе подскажу. Увидим на практике, что и как. Проговорили про ОАК, будет интересно, двигаемся дальше. Пицца Кингс, господа. Мое разочарование прошлого турнира, прям искреннее, потому что я смотрел на составчик, такой, ну, бандитами они поборются, а потом ребята вышли играть, и я такой, ну, то есть, вот это, ну, мне казалось, что была очень серьезная проблема с пониманием, нахрена мы вообще пришли, то есть, они... Так играли, как будто это типа просто... Ну, возможно, это с моим отношением к игре, к этой что-то не так, а не с их. Но вот для меня, как для человека, который когда... Если я что-то прикажу делать, я типа, я рву жопу. Это не всегда получается хорошо, но типа это вот... это не опция, это не выбор. Я просто по-другому не умею. Но вот у них они умеют. То есть вот мне казалось, что у них не хватало какого-то вот... Какой-то эмоции накала. То есть было какое-то такое отношение немножечко на отвали, знаешь. То есть такое... И результат, кстати, очень показательный. То есть они там чуть ли не предпоследнее место заняли, насколько я помню. А у них путь как бы свой. Они появились в каком-то недавнем относительно году. Появились как венгерские легионеры. Тоже команда, к которой мы еще сегодня придем, которые появились вообще из ниоткуда. Группа друзей с Венгрии, которые играют в игрушки. И нашли вот эту нашу любимую. Зашли в нее, записались сразу на турнир и проиграли 50-0 Оскаром. Это была история. Интересно. Это было, да. Первый матч был 50-0, второй 20-31. Ну вот, кстати, насчет, я тебя немножко перебью, вот насчет состава, о чем я, собственно, говорил. Ну, у них в составе был Мига Мипа, например. Вот именно в то время это был состав... чисто венгерский и вот личный. И вот с этим временем, который проходит, они все-таки решили провести работу на рынке трансферном. Заявили Мига, заявили Лосько, заявили еще пару человек. А из основной венгерской... Just Luck No Skill за них играл, между прочим. Да, основной венгерский состав остался в лице двух. Это Даб и Марси. Марси как голкипер вроде как играл и показывал прикольный уровень. Даже в те времена новенький. То есть для новичка он был очень удивительным вратарем. Даб потихоньку набирает ход. Не очень стремительно. Я бы сказал, такой Кучеров. Вот так, наверное, я опишу. И вот когда пришли как раз те же Мига, пришел Лосько, и вот следующие, вот эти последующие турниры намного успешнее прошли. Первые победы, первая борьба, и в целом путь идет у них вверх, я бы сказал. Движение вверх есть. Мне кажется, они находятся в очень хорошей точке, когда на самом деле выступить хуже, чем они выступили на прошлом турнире, у них просто не получится. И у них путь только наверх. И мне кажется, это отлично для команды такое подспорье. То есть они действительно на этом турнире имеют возможность побороться за малый кубок, мне кажется, если они поднатужатся, постараются, потому что, ну, семь команд, которые останутся внизу, из которых некоторые будут новые, а вообще уровень которых мы не понимаем, мне кажется, это открывает возможности для команд вроде Pizza Kings действительно записать себя, скажем так, в историю ИХЛ, да, пускай с малым кубком, но это первый малый кубок в истории ИХЛ, это первый турнир на 15 команд в истории ИХЛ. Мне кажется, это достаточная причина, чтобы быть мотивированными и постараться. Да, будем посмотреть. Это тоже один из плодов работы Валентина. Да, Валентин очень много работал с связями с общественностью. Да, подрядил также и Pizza Kings, и собрались ребята.
один из новых трансферов — это как раз Хит. По-моему, за океан, из-за океании, с Америки игрок. Будет проблема с пингом, конечно, но у нас немножко границы вот эти пинговые немного стираются, начинают. Потому что до такого уровня, когда приспособиться к пингу 100, там, 20+, это уже какая-то реальность. Какая-то никакая, но реальность. Это и раньше была реальность. Я, например, первые турниры играл с пингом 80. Ну, это та современность была. Ну да, там другая. Это было не так я важно. Я тоже начинал, по-моему, никто от себя 90. Не ждал, что ты будешь вот этой клюшкой своей учить. Тоже начинал с 90, долго играл на 50, и сейчас какой-то там что-то 20-30. То есть, вот. Путь у всех был разный. И вот сейчас у нас параллельно нам начали свой турнир в Америке. Очень похожий, кстати, на вот этот наш формат. Они в основном играют 5-5, но вот этот турнир, там, HQML, они начали 4-4 с офсайдами и собрались как раз примерно так, вот такого формата, свободного. Все сформировали свои команды. И также представители Европы, так сказать, там участвуют. В лице Ника, Вайпера, Снейка. Они сформировали свою команду и пробуют играть там с этим пингом, с большим. Вчера смотрел прям ночью-утром их игру. Ну, были моменты, была игра, проиграли, но побороться, я думаю, у них получится. Так, дальше идем. Raffles Flaming Hot. Это интересно, на самом деле. Потому это становится что мы... интересно. Да, это становится интересно, потому что мы привыкли вроде как Raffles рассматривать как аутсайдеров. Но если ты посмотришь на состав Raffles сейчас, то большинство из людей, которых ты там увидишь, на самом деле играют на очень приличном уровне. Сильно подросли ребята, да. Помимо тех, кто подрос, там есть, например, Снейк. Который включился, туда. Это будет... Да, и у меня некоторые, конечно, есть свое мнение по поводу Снейка. И, на мой взгляд, шанс, что он поможет им, примерно такой же, как что он им все испортит. То, что можно было испортить. То есть, примерно 50-50, это такая для меня интересная штука, чтобы последить. Потому что, у Снейка есть тенденция, скажем, передерживать шайбу. Я вот так это назову. Такой некоторый балласт происходит в игре Снейка иногда. Честно говоря, это просто немножечко демотивирует игроков, которые с ним играют. Я не играл с ним в одной команде никогда, но я играл с ним на ранкеде. Я к третьему периоду забываю, зачем я пришел. Вот иногда. Это еще специфика моей игры, потому что я играю глубоко в обороне, как правило, и шайбу не держу. Но вот мне хочется посмотреть, каким образом Raffles интегрируют Снейка. Остальные ребята там классные. Лорд Гузлик, наверное, мой любимый молодой игрок. Персонально мне он очень нравится и как человек, и как игрок. Ребята вроде Сленда тоже очень классные. То есть это просто, на самом деле, очень приятная команда, чтобы за ней наблюдать. Очень хочется пожелать им, на самом деле, успехов. И хочется, чтобы у них все получилось. Не уверен при этом, что Снейк — это правильный выбор. Мне кажется, это оверкил. Возможно, им больше подошел бы какой-то игрок с опытом, и который играл бы во что-то более командное. Потому что Снейк — это просто типа такой чувак, который возьмет шайбу, и сейчас я вам, ребята, покажу, как нужно забивать голы командам ниже среднего уровня. А когда выйдет против них играть команда повыше, как мы знаем по опыту, Снейка мы там не найдем на поле. Он будет тоже где-то бегать за шайбой. Ну, я лично надеюсь на положительный эффект. И знаю, понимаю, что Снейк может адаптировать свою игру под свои нужды. То есть он играет в основном для себя, но... как бы в нем есть, как бы я не знаю, как это назвать, как это качество Нет, назвать. Он умеет играть на команду, да, он умеет. Да, вот просто вопрос так. В том, будет ли он играть на команду с командой уровня Raffles. Я не пытаюсь сейчас сказать, что у Raffles какой-то низкий уровень, но мы прекрасно понимаем, что Снейк, заходя в команду Raffles, автоматически сразу понимает, что он там главный, потому что он там самый техничный, он там самый опытный, он Снейк.
Они ребята из Raffles. То есть вот здесь у меня вопрос. Приходит он туда играть с ними в командную игру или приходит он туда забивать за них голы в одиночку? Вот, вот это очень большой вопрос. Вот это и мы узнаем. Ответ на который мы узнаем, наверное. Это самая сильная команда четвертой корзины. Я думаю, что при удачном стечении жеребьевки они могут оказаться в первой части кубка. Очень вероятно. Серьезно. То есть я спокойно могу себе представить Raffles, обыгрывавших ну, как минимум Pizza Kings точно. Возможно, кстати, даже с ОАК пободаться и с бандитами. То есть это могут быть интересные игры. Я не готов говорить, что они способны обыграть ОАК и бандитов, потому что я не видел прям вот в действии ни тех, ни других очень давно. Но вот глядя на состав и транслируя свой опыт игры с отдельными игроками, мне кажется, что это достаточно равные команды, и которые могут между собой побороться. Так. Да, ну что, дальше? Ну, так, быстро пройдемся. Так, Slender, Snake, Dead тоже, подрастающее поколение, да. Набирает ход. Гузлик упомянули, Пингер. По-моему, словацкий. Я не знаком с Пингером как с игроком, но я понял, что он достаточно давно уже существует. Он, да, он существует где-то рядом около, возможно, больше на американское сообщество. Он там как бы там более активным был, но сейчас подвинулся немного к нам. По-моему, из Словакии. Чехии или Словакии, не помню точно. Играет на воротах. Пока очень так нестабильно, я бы сказал. Надеемся, что как бы, да, будет наращивать ход. В. Это, по-моему, из Майнкрафта. Видел его... По квадратной голове определяешь, что они из Майнкрафта или нет? Ну, как-то они вместе держатся. Что я хотел сказать? Он играл, по-моему, то ли за Devils, то ли за кого-то, короче, на квалификации он играл и показывал иногда интересную игру. Было интересно смотреть. Дро 9. Это как бы легенда ранкеда. Уже, наверное, можно так его... За Pizza Kings он играл на квалификации V. Угу. За Pizza Kings он играл. Он сыграл, кстати, 12 игр. Максимальное количество возможно. Так что да. А, вот, меня поправляют в чате, что Vendetta V это не из Майнкрафта. Ну, хорошо. Не из Майнкрафта. Надеемся, что он... расскажет нам о себе как-нибудь. То есть квадратная глава — это просто совпадение? Возможно. Двигаемся дальше. Дальше хоккейный клуб Валидол. Вот это вообще, конечно, интересно сейчас будет. Что ты скажешь? Я тебе предоставлю слово. Хоккейный клуб Валидол. Очень много фанатов у нас в чате сегодня. Прям его очень много ждали. Да, много хейтеров, много фанатов в чате. О, мне, кстати, тоже есть что сказать. Ну, давай ты первый. В общем, Валидол — это тоже новое формирование, которое как бы там Raffles-Raffles 2, Raffles 3. Как-то они там метались, и в итоге произошло такое ответвление, насколько я понимаю, и произошла команда Валидол. С капитанством Фоксовича была другая команда. Как же она у них называлась? Я забыл чуть-чуть. Которая была относительно недавно на прошлых турнирах, где Фоксович тоже был капитаном. Напомни, пожалуйста. Я попробую посмотреть. Он с нами в чате, он должен нам напомнить, как эта команда называлась. Я это не помню. В общем, Фоксович в Крокс. Во! Крокс, мне напомнили. Была команда Крокс, тоже записалась как-то на турнир, ее там расшибли в пух и прах, но набрались ребята уже опыта. И вот Фоксович новую команду за собой ведет. Пожелаем ему удачи. Мугис, как ассистент, тоже подрастающее поколение, которое можно уже так приближается к уровню так Тимы. Хороший уровень, кстати. Да, по набору формы тоже начал интересно играть. Бывают иногда там эмоциональные всплески непонятные. Надеемся, что их будет все меньше и меньше со временем. Но это так всегда, наверное. Касатка — это вообще один из фаворитов, наверное, в этом составе. Тоже, пожалуйста, мы обсуждали до стрима, да, я уже говорил, что я на самом деле был абсолютно шокирован, потому что когда я 4 месяца назад играл с ним, он был норм. Сейчас я зашел, я поиграл с ним, но он прям, мягко говоря, очень сильно выше норм. То есть, если бы я понимал это раньше, я бы, возможно, советовал
в своем чате, в командном, попробовать его на этот турнир каким-то образом заполучить и наигрывать его, потому что, по-моему, у игрока очень хороший уровень и очень хороший потенциал. То есть там есть с чем работать, и то есть я с удовольствием посмотрю, как за этот турнир он себя раскроет и какие он покажет результаты, но у меня хорошее очень предчувствие по этому поводу. И да. Даняша. Пока еще... Видел пару раз, ничего не могу сказать. Не до конца сформировавшаяся личность, так сказать, в хоккейном плане. Не нашел, мне кажется, еще он свой стиль. Больше, по-моему, на ворота ориентируется, но пока непонятно. Да, мне тоже кажется, пушка, что больше... Это такой заход типа Снейка, но в другую команду. И как раз, наверное, это тот игрок, которого ты, Данил, говоришь вот в командную сторону больше. Вот это, наверное, как раз мне Роберт Пушка. Берт, конечно, мне приятнее, чем Снейк. Вот чисто персонально именно играть с ним в команде. Берт классный, Берт офигенный удар, он, в общем, мне чем-то напоминает Покса. Покс, наверное, сейчас стал поуниверсальнее. То есть зимой они были очень близко. Берт что-то среднее между Поксом и Нандо, наверное, вот я бы так сказал. То есть там есть такая-то, знаешь, такая, по-хорошему, скажем, ебанинка такая небольшая, да? Да, есть. Как вот у Нандо, только у Нандо чуть-чуть больше, чем надо ебанинки. А вот у Берта как бы более сбалансированное количество ебанинки и такого здравого смысла принятия решений. Но Берт очень качественный игрок. И на самом деле состав Валидол с Бертом и Касаткой как минимум выглядит способным забивать много. Есть момент, вот, да. Еще интересный факт про Берта. Он где-то с полгода или уже с год назад переквалифицировался в леворукую клюшку в своей игре. Но теперь есть возможность менять руку. Это там благодаря, по-моему, работе Нига и еще некоторым ребятам. Вот. Он играет с левой рукой и уже к ней привык. И уже... Ну, это интересно смотрится, это прикольно. Рыж. Очень самый активный, по-моему, у нас в чате персонаж. Мы передаем тебе привет. Привет, да. И ждем. Великих свершений от тебя на этом турнире. Убийственной правой ждем. Едем дальше. Raffles Onion. Со вкусом сметаны и лука. Так, ну здесь, конечно, состав несколько не такой богатый, скажем так, как у Raffles Flaming Hot, но есть несколько ников, которые я, например, узнаю, и мне знакомые. Например, Дина, по-моему, прям очень даже перспективный игрок, на мой взгляд. Знаком мне также Белофорка, это, по-моему, вратарь у них, насколько я понимаю. Ну, в остальном я всех ребят видел, но я не могу сказать, что я успел сформировать какое-то мнение прям конкретное о них. Но я бы сказал, что это, наверное, темная лошадка вот малого кубка, скорее всего. Потому что я лично не представляю совершенно, какую игру они сейчас могут показать. Я так предполагаю, что никто не представляет. Это такое секретное оружие, которое можно использовать, когда никто не знает, во что ты играешь, можешь прийти и играть во что угодно. И... на самом деле это идеальная позиция. Я очень любил раньше находиться в этой ситуации, когда ты команда, от которой никто ничего не ожидает. Это тебе развязывает очень руки, от тебя никто ничего не ждет. И твой апсет на самом деле тебе еще в 50 раз приятнее, чем условно играть за Nordic Union или за Оскаров, экс-Оскаров, и выиграть турнир. Ну все такие, ну, мы выиграли. А если что-то такое произойдет с Raffles Union, то ну, можно представить, какой это будет фурор, правильно? Поэтому я пожелаю ребятам удачи. Это, мне кажется, удачи, стараний, и я думаю, что все получится. Александр? Меня удивляет ростер своим количеством. Столько ребят собрали на две команды разных, по сути. Вот. Я давно не видел этих ребят, так как я мало играю на ранкеде. Вот. Ну, на мой субъективный взгляд, все равно здесь, вот в этой корзине, ребята... Они одни из самых сильных ребят, учитывая, да, две остальные команды. И, наверное, не хотелось бы играть против них в группе. Ну, какой-то среднестатистической команды, типа нашей. Но если сыграют, интересно будет посмотреть на то, что покажут ребята на хоккейном льду. Так, хорошо. Двигаемся дальше. Дальше
Почти добрались. Еще более наполненный состав именами. Это хоккейный клуб Херн. Херн, я не знаю, как это я не знаю. Лучше прочитать. И я не знаю ни одного человека из этого будем читать клуба. Как Херн. И да, это вообще пока неизвестные нашему сообществу люди. Как бы 90, наверное, процентов. Я только играл с Боргером. Было пару моментов, когда мы играли в хоккей. В этот самый, с вопросительным знаком. Просто, может быть, Майнкрафт? Нет, это вообще, это история другая, абсолютно. Это Боргер, который, по-моему, появлялся в составе Оскаров. Экс-Оскаров, как мы сейчас можем сказать. Экс-Оскаров, Оскаров старых или Оскаров это который новых? АСС сейчас у нас. Ага, этих Оскаров. Да. Он, по-моему, появлялся в их составе внезапно. Я вот лично не понимал, откуда этот человек и почему он. Он стоял на воротах и стоял интересно. Если это один и тот же человек, то я примерно понимаю, кто это такой. Если это не один и тот же человек, то я уже не понимаю, кто это такой. Нам Ньюби подсказывает и напоминает нам про их историю, что они всей своей командой пришли из игры тире, как бы, как сказать это... Антонием хоккея, наверное, футбол. Можно так сказать. Айос Сокер, да, по-моему? Да, это тоже какое-то подобие футбола от первого лица, который тут всплеснул немного наше сообщество там где-то с полгода назад. Поиграли вроде у нас люди, но не знаю, закрепился ли или нет. Точно знаю, что нордики покупали и что-то играли кто-то. Вот. Это не та, мне кажется, про которую ты думаешь. Если ты думаешь про ту, в которую играли зимой, этой, она по-другому называется. Но не суть. Это, в общем, какой-то симулятор. Интересный факт от Ньюби в чате. Этот самый Боргер запилил несколько тиктоков. Они набрали миллионы просмотров, и комьюнити увеличилось втрое. Это комьюнити имеется в виду как раз футбола, да? Футбола. Наверное, это как раз футбольного сообщества. Ну что ж, нам нужен тикток от него. Нам нужен тикток. Будем иметь в виду. В общем, вообще пока неизвестно, покажут ли нам себя эти ребята или нет. Они уже были в заявке на прошлых таких-то там турнирах последних, но мы так и не увидели их в силе. Будем смотреть. Очень интересно, поглядим. Как это, что, и что там произойдет. Наконец-то поглядим, интересно. Да. И последняя командочка у нас такая же примерно? Последняя команда — это вообще очень тоже. Это из серии прям вот внезапности. Карантена, да, рум номер 535. Что бы это ни значило. Это ни значило, но можно, возможно, там какие-то с карантином провести аллегории. И то, что, возможно, эти ребята из одной комнаты, не знаю. В общем, мы знаем, что они чехи, правильно? Они чехи. Это абсолютно новая команда. Для нас узнал это Валентин. Валентин тоже нам предоставил немного информации о этих ребятах. Это группа пацанчиков, так сказать, которые любят онлайн-игры. Они играют в них постоянно, во всякие там Counter-Strike и прочие доты. Но в какой-то момент ребятам, возможно, поднатоело. И на фоне чемпионата мира по хоккею, который, возможно, вроде как недавно прошел у нас, да, какой-то был, без России, без Беларуси, по-моему, сыграли, в общем, там в хоккей. На фоне этого ребята загуглили игры про хоккей и нашли нашу любимую игру. Я так понимаю, недолго думаю. Ребята, по-моему, я впервые этот ник вот первого Мравенчик или Марик у него там в Дискорде, я увидел в американском сообществе. А в итоге появились как команда они у нас. Я видел один раз, я зашел в хоккей, увидел заполненный сервер франкфуртский, который от Мига в Германии, и увидел вот этих ребят. Я еще подумал, что за неизвестные имена и откуда они взялись. А вот они уже и у нас. Ну, вывод такой же. Мы понятия не имеем, что будет, но мы посмотрим. Мы имеем понятие. Это новые важные игроки. Мы имеем понятие, мы играли с ними товар. Да? 3 дня назад. Да, мы играли с ними товар.
И это было очень странное чувство, как будто ты играешь против команды из 2014-13 года, вот, знаете, по ощущениям. Что-то трое бегут в атаку, там, трое возвращаются в оборону. Я начинаю себе сосочек массировать. Ты меня тут 2014 годом не это, не соблазняй. Держи себя в руках, сука. Я после эфира. После эфира только, ладно? Вот. После эфира мы пойдем смотреть «Доктора Пива», мувик. Где мы голы забиваем. Так, мы прошлись по всем командам. Ну что, я думаю, там все уже умерли, кто смотрит, поэтому нам нас, пора. Нас в среднем 28-30 человек. Мы здесь. А я просто, я же говорю, я не могу открыть Twitch, я думаю, мы тут между собой я разговариваем. Я включаю картинку с камерой. Мы все еще здесь. Мы все еще в эфире. У Александра уже стемнело. Будет ноу-хау Егора. Нас в среднем, да, было примерно около 30 зрителей. Меня это порадовало. По-моему, это рекорды. Некоторые, ну, по крайней мере, моих трансляций. Мы уже полтора часа в эфире. Наш чат очень активен. Там достаточно интересное обсуждение. Вспоминают былое. Я почитаю, видимо, потом, потому да. что... Но у меня он передо мной, это прям... Это там достаточно интересный. Но я могу только одно сказать. Не покупайте карточки RDON. Даже дорогие, они работают так же, как дешевые. Прошлись по командам, прошлись по формату. Осталось, наверное, нам определить, собственно, кто в какой группе будет играть. Нужно провести жеребьевку. И я включаю технологию новую. Мы сейчас попробуем, наверное, впервые. Может меня кто-то поправит, может нет. Возможно, сейчас произойдет впервые аналоговая жеребьевка турнира. То есть мы ссылку не кинем на таблицы, которые будут обновляться? Или будем просто на экране? Она будет. Сейчас она будет. Сейчас мы будем. Будем подсказывать тебе, какой вытягивать? Как на кубке фиферов. Конечно. Егор, ну как договаривались? Нам, пожалуйста, бандитов, Херн и Пицца Кингс. Можно? Так. Я понимаю, как это работает, да? Звук. Только звук выключи там, эхо. Да, я пытаюсь. О, кайф. Так, вот эта сцена нужна. Та-дам! Супер-мега-корзины, которые я придумал за 3 минуты поиска по студии. У меня не оказалось 5 одинаковых тарелочек, но оказалось 3 одинаковых тарелочки и 2 похожих. Оказались у меня такие акриловые шарики, которые у меня служили просто противовесом вот к этой прекрасной... Да блин. Вот в этой прекрасной вазе, которую мне тут смастерили из проводов. И я только недавно узнал, что вот внутри нее оказались вот эти вот акриловые... Ну, это чтобы она не падала. Ну да, как бы просто вес. Теперь ей пизда, очевидно. Теперь они пронумерованы. Они пронумерованы в соответствии с командами и их позиции в корзинах. Соответственно, там ASS 1, Ice Creamers 2, Nordic Union 3 и так далее. 15 команд, 3 корзины. Что, в принципе, наверное, мы можем это начать. Мы видим также на экране таблицу, в которую сейчас будет онлайн добавляться команды. И вот у нас группа А. Я начинаю тянуть из первой корзины, которая вот. Вы можете смотреть на меня, я не смотрю, куда я там тыкаю. А, хотя я могу смотреть на руку в трансляции. Ну дайте я наверх посмотрю. Не делай этого, Егор. Ну я не буду. Все. А это номер 3. Это Nordic Union. Символично. Nordic Union отправляются в первую группу. В группу A. Появилось, Егор? Подтвердил? Да, есть. Замечательно. Корзина номер 2. Поехали. Это номер 5. Номер 5.
Devils. О, поздравляю, Егор. Спасибо. Кажется, группа смерти начала формироваться. К счастью, смотрим, я не смотрим дальше, смотрим дальше. Нет, так. Не делай этого. Остановись. Да, отпишитесь. Что-то есть какие-то моменты по трансляции. Все нормально работает у всех. Тем временем я в третьей корзине шубуршу. Нашубуршил. Номер 8. Номер 8. Бандиты? Ой-ой-ой, вот эта группочка. Олдскульная такая группа, прям. Ой-ой-ой, это прям... Прям... Я бы не хотел в этой группе оказаться, я вам честно скажу. Не хотел бы. Четвертая корзина, поехали. Четвертая корзина. С другим звуком. Тут точно непонятно. Это... Егор, это звук попадания в группу смерти. Это 12. 12. Валидол. 12, да? 12. Валидол. Это валидол. Ой-ой-ой. Вот это интересно. Ух. Ой, нет такого резкого расхождения в уровне команд, на мой взгляд, тут пока такие. Ну да, я же тут говорил, что... Лесенка такая. Валидол-то, собственно, могут, как и Рафлс, пободаться и с бандитами, и с... здесь у нас? Ну, с Дэвилс не знаю, но с бандитами, наверное, да. Прости, Валентин. Пятая корзина. Ждем пятую команду. Кто вы последний? Тринадцать. Рафлс. Рафлс Флеймин Хат. Вот это группа. Онион же, нет? Прикольно. Нет, подожди, нет, Onion. Это Onion, это Onion. И это очень Onion, сильная группа, очень ровная группа. Очень тут сильная матчи группа, да. Будут прям от души, я бы сказал. Правильно, это Onion. Первая группа известна. Nordic Union, Devils, Бандиты, Валидол и Raffles Onion, Raffles B. Двигаемся группу B. Первая корзина. Ну, сейчас она у нас параллельно сразу станет известной третья корзина. И третья группа, да. Третья группа, но мы к ней вернемся потом. Так. Один. Oh. ASS. Попадают у нас из первой корзины в группу B. Так, двигаемся дальше. Корзина номер два. Дальше выходят только первые две команды, нас спрашивают в чате. Не совсем. Первые две команды и две третьи команды. Да. Две сильнейшие команды, занявшие третье место. Так что здесь будет интрига и для третьих команд тоже. Четыре. Четыре. Четыре — это Альянс. О-хо-хо! Вот. Это, кстати, гарантирует то, о чем я говорил. Не попадание в одну ветку в плей-офф. То есть, если Альянс и ASS выходят с первых двух мест, они совершенно точно не встретятся до финала. Вот такой расклад. Вот так вот. Так что я могу вам сказать, что это возможный финал. Вполне. Добавляем. Жеребьевка подстроена. Я нереально. Видимо, мной. Потому что как бы мои пока желания притворяются. А вот он сам прилетел. Ага. Ну нет. Но он сам. Ну, нормально, нормально. Девять. Ну нет. Кстати, это твоя команда, Саш, поздравляю. Нет, вот. Нет. Девять с точкой, это девять. Да, вот. Конечно. Да. Это Октрис. Вот. Ага, ага. Это похороны. Это прям плохо. Это прям отвратительно. Это похороны. Малый кубок ждет нас. Идем дальше. Четвертая корзина. Вот так заканчивается участие в розыгрыше. Спасибо всем, я как бы пошел спать, спасибо. 10. Пицца Кингс. Пицца Кингс. И пятая. Ну... И это 14-е. Так, у нас техническая неполадка. Мы не можем обновлять на сайте больше группы, потому что, оказывается, в бесплатной версии можно сделать только 8. Но я сейчас быстренько сделаю
сделаю... Сейчас быстренько все сделаю, не переживайте. Давай. Прям буквально 2 минуты и все будет. Там же? В этой же ссылке или нет? Наверное, в другой. Ага. Я думаю, что в другой. А давай, знаешь, как сделаем? Давай я просто первую группу очищу. Мы ее сейчас... Либо так, да, либо так. И мы сейчас просто продолжим со второй группой, потому что... Обожаю эти бесплатные программы, которые тебе сообщают, что ты должен вот за это платить, когда уже... Полработы сделан. Уже полработы сделан, да. Это очень, очень удобно. Так, сохранил свою группку. И мы смотрим... Как я могу это быстренько сделать... У нас в команде уже пока идет обсуждение. Уже идет. Мне сказать, спасибо, бля, души сыграли по кайфу. Максим, держи себя в руках, пожалуйста. Пожалуйста, держи себя в руках. Третье место. Готово, мы готовы. Продолжаем. Pizza Kings добавлен. И Херн FC. Херн 14-й. Херн FC? Да. Херн HC. Хоккейный клуб. Так, ну то есть у нас есть группа Б, правильно? Да, у нас есть группа Б. И есть группа... Группа С тоже есть. Мы ее сейчас так формально пройдем, чтобы все картиночки установили. Номер 2. Ice Creamers. Угу. Так. Ice Creamers. Секундочку. Удалю группу Б. Я себе ее сохранил. Ice Creamers. Дальше. 6. Fuckers, я так понимаю. 6. Fuckers, да. Lemons. Да, третьим, из третьей корзины. Седьмая команда. Ruffles. Flaming Hot. Седьмая. И те самые 535. Да, и самые 535 остаются последними. 11. Да. И 15. Это карантина. Ну и, собственно, мы имеем очень интересные группы, конечно. Что у нас сделал Александр? Александра нет. Я тут. Все здесь. А, это мне показалось, что я отвалился. Свою камеру. А, понял. Телефона. Ну, я не знаю, давайте, наверное, быстренько обсудим прям буквально 5 минут группы. На мой взгляд, первая группа, группа A, это, очевидно, группа смерти. В самом классическом понимании группы смерти. Я понимаю, что для АУАК вторая группа тоже кажется группой смерти, но по соотношению команд приблизительно одинакового уровня, первая, наверное, самая жесткая. То есть я даже не могу сейчас сказать, кто будет на третьем месте в этой группе, и даже, на самом деле, я не уверен, на четвертом тоже. То есть, глядя на... Давай, Егор, я тебе скину скриншотики, может быть, ты их как-то быстренько выведешь на экран. Да, я как раз об этом и думаю. Давай, я скинул в Телеграм. Угу. Скриншоты всех трех групп. Сейчас сделаю, пока обсуждайте. Чтобы мы могли тоже все на них смотреть и радоваться за Ice Creamers, которые попали в самую слабую группу. Наверное. Но она отчасти слабая из-за нас. Тоже правда. Не скажи. Ну, да, конечно. Хороший. Александр траур сегодня, очевидно, потому что они попали сразу на две команды с киборгами, как мы называем их в кругах людей, которые не умеют дриблинг. И это будет, наверное, тяжелое испытание для Оака, которое, я надеюсь, не закончится развалом команды снова мгновенно после реорганизации. Я реально желаю Оаку удачи, я, мне кажется, она вам пригодится. Достаточно давно, Данил, мы живы уже лет 5 точно, функционируем. Ну, я просто вернулся не так давно, и я нас на прошлом турнире не видел, поэтому для меня вы такие возродившиеся. Вот, первая группа, конечно, потрясающе интересная получилась. Прям, я бы сказал, неожиданно интересная, потому что я не думал, что, не знаю, Nordic Union, Devils, там, не знаю, условные бандиты и Валидол попадут в одну группу, потому что, ну, прям должно было совпасть. Наверное, худшим вариантом могло быть только, если бы вместо Devils Nordic Union попался Альянс. Вот это было бы совсем задорно. Но тогда бы мы не получили интересный расклад с возможным финалом между Альянсом и ASS, который, на мой взгляд, именно финал между этими командами, на мой взгляд, ну,
уже такой long overdue, то есть назревал и давно должен был произойти. Для меня в каком-то смысле их полуфинал на прошлом турнире ощущался как финал, потому что вот мне в тот момент казалось, что команда, которая эту игру выиграет, будет, наверное, фаворитом в финале. Несмотря на то, что моя команда все еще боролась за кубок, за чемпионство, но я как бы старался смотреть на вещи объективно и понимал, что ну, это очень техничные две команды, и одна играет в более организованный хоккей, другая нет. И, наверное, теперь, глядя на то, что эти две команды попали в одну группу, можно прогнозировать, что финал между этими командами, ну, вероятен, на мой взгляд, достаточно вероятен. Если Альянс будет в порядке, то есть за ESS я не переживаю, я подозреваю, что они будут в порядке, я не могу себе представить, чтобы они не были. Что-то должно произойти очень, очень новое для нашего комьюнити, чтобы вдруг команда Нико была не в порядке. Я не видел пока такого. Обязательно посмотрел бы, мне интересно, но пока не видел. А вот что будет с Альянсом, непонятно, но очень интересно. Я все, ребят. Что сказал? Все слова использовал. А я закончил с картинкой. Теперь мы видим все. Давай. Три группы. И нас, и чат, и все мы видим вообще. Потрясающе. Ну, первую группу, да, согласен. Со стороны как бы смотрителя и со стороны игрока будет интересно поиграть, конечно, да. Прям такая средняя статистически ровная группа. Да, то есть не сказать бы, что кто-то прям очень выделяется. Ну, понятно, что, наверное, Devils и Nordic Union — это два фаворита группы. Я бы сказал, что с вероятностью 90% именно вы закончите на первых двух местах. Но ну, бандиты. Еще, бандиты, да, то есть еще фактор один. Бандитов. И вполне могут опрыгнуть. Есть еще. Тоже, да. Да и Raffles Валидол еще могут что показать. Это будет вот темный. Посему и интересно. То есть две темные лошадки из нижних корзин. У вас в группе две самые интересные темные лошадки на самом деле. Они обе попали в одну группу. То есть очень будет любопытно поглядеть. И, с одной стороны, конечно, печально, что какая-то из этих четырех интересных мне команд не попадет ни в один. Точнее, не попадет в верхний плей-офф. Но с другой стороны, будет хороший шанс в нижнем. Александр. Ну, мое мнение такое. Первая группа для зрителей будет прям то, что нужно. То есть там каждый матч это будет такой дерби на уровне. Уровня плей-офф, по сути. Я очень жду Raffles Валидол, лично. Вот прям искренне. Я не понимаю, что там будет, но мне очень прям интересно. Заруба будет мощная, я думаю. Как говоря более, да, так вульгарно. А вторая группа более предсказуемая. И я надеюсь, что все-таки одна из команд сможет занять третье место. Ну да, там, уверенно. Наверное, все-таки, да, будет интересная борьба за вот именно третье место. И понимаешь, дерби, кстати, ASS и Альянса, вот очень посмотреть. Вот это Зарипов против, там, Ника, там. Третье место, ребят, проблема со второй группой и третьим местом, потому что там две команды, которые забивают очень много, а разница забитых и пропущенных при борьбе за третье место, за третье место выходящее в основной кубок, будет, скорее всего, играть важную роль. И ключевое, наверное, для команд, которые будут бороться за выход с третьего места, будет пропустить как можно меньше, постараться. Либо очень-очень много забивать, либо пропускать как можно меньше, потому что мы прекрасно понимаем, что и Альянс, и ASS могут забить по 7 и устроить мерси. Очень легко. И это будет не выигрышным преимуществом, мягко говоря, для команд, которые будут бороться за третье место именно из этой группы. Потому что команды в других группах, скорее всего, столько могут и не пропустить. Вот это вот на самом деле тоже очень тяжелая группа для команд, которые не Альянс и не ESS. Ну, с другой стороны, можно набрать максимум, за них. Максимум очков набрать, да, с четвертым, пятым или там местом, и ну, по очкам попробовать можно, но поиграть. Это не, там ничего не мешает сделать и командам, которые будут в других. А это мы и посмотрим. Но в любом случае, третье место — это пропуск в полуфинал, между прочим. Да, пусть и нижнего кубка. Поэтому поживем увидим. А третья группа для меня такая, она сбалансированная в какой-то степени, вот в плане интриг. То есть тут тоже достаточно, в принципе, интересно. Борьба между четырьмя командами первыми. Жду Raffles Flaming Hot, что я говорил в представлении, да, команд. Жду их в борьбе за третье место, и, возможно, они могут выбраться вверх.
Вы хреновые аналитики, потому что когда вы обсуждали IC, я, естественно, никакого морального и этического права про это говорить не имел, но мне очень стыдно за вас сейчас, поэтому я это сделаю. Но никто из вас не обратил внимания, что мы на самом деле без штатного голкипера играем. У нас на воротах Mozilla. Я заметил. Либо да. Я даже не знаю этого. Упустил. То есть мы находимся в очень херовой ситуации, объективно говоря, если мы посмотрим на состав, поэтому я бы даже не сказал, вот абстрагируясь от того, что я являюсь частью этой команды, я бы не сказал, что мы ее фавориты. Я бы назвал ПФ. Фаворитами этой группы. Я думаю, что тут ваш общий уровень позволит вам... Позволит, не остаться, понятно, на третьем месте. Я думаю, что наверняка он нам позволит. Но насколько мы будем действительно готовы играть, тем более сразу и быстро. Мы, кстати, самая инактивная команда из всех. Если там в Nordic Union, например, Райан с Егоркой играли все это время, у нас играл только Рики. Рики, у которого пинг 100 теперь на ИХЛ. Это тоже фактор. Это никто больше из основного состава не играл. Что... Согласен, это интересная группа. Момент. Это интересная группа. Она тоже достаточно сбалансированная. Не совсем явная, здесь... да. Не явная, абсолютно. Даже Raffles Flaming Hat здесь выглядит на самом деле достаточно в неплохой ситуации, потому что обыгрывать Lemons или, допустим, даже, я не знаю, апсетнуть IC или PF, они вполне способны по составу. То есть мы можем проснуться, не знаю, там, за 15 минут до игры, там, таблетки не принять по утрам, нам всем там по 48 лет уже. А пацаны там, типа, на бодрячке залетят, на реакции нас дернут, и привет. Мы поедем малый кубок с Ааком разыгрывать. Пожалуйста. И тут не дадут выиграть. И тут не дадут, понимаешь, Саш, и тут не дадут. Злые айскримерсы придут и отберут последнюю надежду. Я создал дьявола в 2012 году. Даже кубок Деликатес Трейдер выиграл, по-моему, не ОАК. А его выиграл Альянс, в котором даже я тогда числился, помню. А я, кстати, играл тогда за ОАК еще. Да, там я был за Альянс. В тот раз, да, это было весело. Как раз мы с Денисом там пересеклись, которым... с нашим Денисом Украинским. Понял. Именно там началась история. Вот. Ну наверное... что, надо как-то подытоживать, наверное, да? Что, пожелаем всем счастья, здоровья, успехов в личной жизни. И на самом деле, мне кажется, что это будет очень крутой турнир. И я хотел бы отметить, что это самый все-таки масштабный турнир, который был. Михаил, я сейчас не говорю про продакшн, мы очень много работы проводим, которую вы еще не видели, которую вам только предстоит увидеть. Ну, на самом деле, именно по количеству команд и просто по ощущению того, что это действительно будет что-то крутое, у меня впервые такое ощущение, на самом деле. Возможно, это из-за того, что я вовлечен в организацию, возможно, не исключаю, но мне кажется, что это будет очень интересный турнир, и, наверное, статус неофициального даже придает ему какую-то изюминку, потому что можно творить полную ебанину и получать удовольствие, и будет очень весело. Все, кому не исполнилось 18 лет, простите, пожалуйста, передайте мамкам, что я больше так не буду. Александр? Итоговые слова какие-либо. Трудно отойти от жеребьевки, на самом деле. Это было очень больно. Это было очень больно, и это, наверное, идеальное описание как бы всего происходящего. Там еще шарик так предательски выскочил у Егора. Это именно тот самый шарик с Аком. Да, да, это противостояние с Олегом опять. Мы родили дьявола. Этот мем под грустную музыку смерть Ака и в слоу-моушене шарик вылетает. Нет, мы живее всех живых. Мы поработаем на этом турнире. День, который умер Оак. Нет, все будет не так. Все будет не так. Верим в нашу молодежь. Ну, в целом... Я тоже верю. Хочется действительно провести на хорошем уровне данный турнир. Вот. Я давно был в администрации. Мне кажется, и то это было в НГХЛ. Ну, с учетом всех технологий, я думаю, да, вот с графики, с стримом, я думаю, что мы можем поднять этот уровень. Но благодаря помощи Дениса, опять же, который помогает нам с технической сервисом. Это вообще частью. Те ребята, которые находятся в тени и не участвуют там. Тот же, да, Денис, вы упоминали, там, Мигом. Ну, Валентина, которого нету на этом стриме. Валентин вообще... Огромное спасибо, он во всем участвует. Нанда, между прочим. Нанда, man, if you're looking, thanks a lot. You helping us a lot. Вот, и главное, вот эту тенденцию я лично хочу передать, вот этот вот импульс, чтобы мы не ругались, а взаимодействовали друг с другом и находили компромиссы. И должны понимать, что, ну, ситуации разные бывают, к сожалению.
да, не всегда можно угодить всем. Это нормально, это жизнь, вот. И как бы в целом то, что мы что-то обсуждаем, не только между собой, но и с капитанами, и с какими-то людьми персонально, главное продолжать этот импульс и взаимодействовать друг с другом, тогда мы сможем уже получить не 15 команд, а там 20 и более того. Я думаю, от этого будут выигрыши только... ну, все будут выигрыши от этого. Александр Алибеков в роли кота Леопольда. Есть такой грешок. Есть такой грешок. Нет, ну мысль правильная, я согласен. Мне кажется, если мы перестанем пытаться с друг другом посраться и зацепиться, то результаты будут лучше, и мне кажется, мы в итоге все хотим сделать одно и то же. Мы хотим хороший турнир, мы хотим, чтобы было интересно, мы хотим, чтобы была интрига, мы хотим, чтобы все освещалось, чтобы были какие-то стримы интересные, чтобы показывали игры, чтобы проводилась какая-то аналитика, но чтобы было ощущение, что это действительно какое-то спортивное мероприятие, а не просто 15 команд идиотов собрались вечером поиграть в самую аутичную игру на свете. Ну, какое-то ощущение реальности, я думаю, что мы попробуем всему происходящему придать. Мы, по крайней мере, со своей стороны сделаем все возможное, чтобы это произошло. Наверное. Могу Егор. Только проявить солидарность к всем ранее сказанным вами словам. Будем работать, будем стараться для зрителей в первую очередь и для играющих в эту игру, потому что они же и являются зрителями, собственно, никто вокруг больше-то нас и не видит, наверное. Только мы сами на себя тут смотрим и радуемся жизни. Ты маме показываешь видео? Я просто раньше показывал, сейчас уже нет. Ну вот она видела когда-то. Все в моей округе знают, чем я занимаюсь, наверное, даже на работе. То есть тут ко мне вопросы задают. Да, ты совсем 18 лет? Все хорошо, или нет? Егор, да? Тебе сколько лет? Да, а что? Ну, это игра, которую уже можно мне... Я могу сказать, что полжизни уже в этом всем нахожусь. И до сих пор это все живет, процветает, самое главное. Даже без разработчика происходят какие-то улучшения, нововведения, причем довольно давно нуждающиеся в появлении. И да, витают новости о том, что появился Люк, который был вторым подмастерье Cryptic Sea, который отвечал вроде как больше за графику. Вроде как код, исходный код игры передается ему, и в американском сообществе там они как бы вроде работают над какой-то новой версией хоккей, которая в последовательности должна выйти в Steam. Чисто как бы за этой, за мастерской, чтобы вот эта мастерская там жила, чтобы все могли кастомизировать и там вот именно в кастом упор делали. Вот это то, что я знаю, и то, что было. Ну, я надеюсь, там будут холодильники, иначе как кастомный скин, долларов купить мимо можно за 8 иначе долларов. Я умываю руки. Только за 8 долларов можно будет купить этот скин. Без холодильника мне эта херня вообще не интересна. В общем, наверное, будем заканчивать. Как раз ровно 2 часа и 1 минуту и 47 секунд мы с вами в эфире. До скорых встреч. EHL Summer Cup 2022. Александр, Даниил, Егор были с вами. Еще, наверное, скорее всего, увидимся уже совсем скоро. Я думаю, объявим расписание, предоставим форматы, предоставим регламенты. Со всем этим еще раз ознакомимся. До новых, так сказать, встреч. Пока, спасибо.